По внешнему виду многоквартирный жилой дом, но незаконно построенный. Попасть на территорию самостроя сотрудники администрации коммунальных служб сразу не смогли. Свет обрезали с улицы, воду перекрыли через соседей. В настоящее время осуществляется снос незаконного строительства. Я, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность сотрудникам УВД, службы судебных приставов и управлению муниципального контроля в лице руководителя Чиненкова Кирилла Александровича за порядок, организацию работы. И лишний раз сказать о том, что эту работу будем продолжать. Если есть желание реализовывать себя в отрасли строительства, никаких искусственных препятствий нет. Будем оказывать содействие, будем оказывать помощь, но при одном условии – соблюдение норм градостроительного и земельного законодательства. По решению суда каждый самострой в городе и за пределами городской черты снесут. Вопрос на контроле первого вице-мэра Анапы Светланы Яровой и Федеральной службы судебных приставов. Наталья Пухальская, Антон Чистяков, Александр Кореневский. Анапа регион.